четвертый день совместного тренировочного лагеря сборная команда Турции, сборная команда Болгарии до 18 лет. Подготовка, завершающая к чемпионату мира до 18 лет, который состоится в Загребе, Хорватия. Консультант тренировочного лагеря Владимир Ельчининов, эксперт Международной федерации дзюдо. И сегодня вечерняя тренировка. Он проведет небольшой мастер-класс, объяснение стандартных ситуаций в борьбе, как можно использовать стандартные ситуации для улучшения качества борьбы. Ну и разные интересные моменты расскажут, как проводить максимально эффективные поединки в соревновательном дзюдо. И мы это все заснимем, и вы увидите в нашем небольшом видеосюжете. Владимир Николаевич, сегодня на совместном тренировочном лагере Турция-Болгария такая вечерняя часть учебной работы. Что в партере вы хотите показать, на что обратить внимание? Ну, в партере, что хорошо и интересно, то, что есть стандартные положения, которые в любой схватке всегда бывают. Там, скажем, положение на животе и так далее. Поэтому есть стандартные ситуации, с которыми надо работать. И в этих стандартных ситуациях всегда иметь какую-то технику. Потому что не ваза имеет три ипона. Удержание, удушающее, болевое. И получить ипон, сделать ипон в партере гораздо легче, чем, скажем, в стойке. Вот. И в этих стандартных ситуациях я сейчас хочу показать им, как защищаться от такого, такой техники, как санкаку. И как защищаться от разрыва болевого. Селян, покажи три бяганы от ключ. Три бяганы, три варианта бяганы от ключ. Помнишь ли?
Ты болгарский ли? Чеки фак, чеки, чеки, кавашки. Ага. Дай пак.